В связи с существенным увеличением численности грызунов с 1 по 10 апреля в Одинцовском городском округе будут проведены процедуры по обработке контейнерных площадок. Владельцев домашних животных просят не отпускать собак с поводка и надевать на них намордники во время выгула. На данный момент обработаны самые сложные объекты. С 1 апреля начнется работа по еще 82 адресам. Их перечень можно изучить на сайте окружной администрации.